Всем привет, дорогие друзья, с вами Нагунат, и сегодня я вам покажу разницу между двумя играми одной серии видеоигр. Что ж, поехали! Что ж, а название первой игры вы можете видеть на своем экране. Игра стала доступной для продажи ровно 3 недели назад. От PlayStation 4 я ожидал более надежного результата, но эта игра меня разочаровала. В этой игре все сделано через жопу, но вы сами посмотрите. Геймплейная составляющая — это первый минус, а вот анимация — это... Я промолчу, знаете, это настолько ужасно, что даже тошнит. Но давайте поговорим тогда о достоинствах этой игры. Чем же она может выделиться среди всех остальных? Плюсом я всегда считал большое количество песен, так тут их гораздо больше, чем один плюс. Собственно, вот и все, плюсы закончились. Давайте теперь поговорим о серьезных минусах этой игры. Первое, это геймплей. И он здесь реально отвратителен. Ну, блин, я о нем даже не буду говорить, вы сами все видите на своих экранах. Единственное, что я могу сказать, так это ужасное. Пипец, что ужасное, короче. Все здесь ужасное, все, я все сказал. Второй минус — это анимация. Да. Петушки будут кричать, что это типа, о, это супер крутая анимация, но я вас всех разом заткну. Вот смотрите, как выглядит настоящая анимация. Ну что, вы убедились? Вот, это и есть настоящая анимация. Что ж, а угадайте, какая это игра? Правильно, вот вам отгадка. Вторая дива вышла раньше на 2 года этого дерьма, и я просто не понимаю, как они вообще посмели показать то говно, которым я обозревал вот ранее. Я просто не понимаю. Нет, но... Ну, блин. Вы это не компенсируете 60 FPS и Full HD разрешением. Это ничто по сравнению с анимацией. Да... Короче... Трэш полный. Трэш. Еще раз трэш, я вам говорю. Ох, я не могу этого больше терпеть и буду заканчивать. Что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Хотя, я не знаю, но вы сами поиграли в тот трэш, который даже не достоин никакого-либо внимания. Попросту он не достоин, потому что это сырой продукт. О, я даже не знаю, что сказать, но просто, ребят, просто я не знаю. И это PlayStation 4, вы представляете, PlayStation, сука, 4. А вот то, что вы видите сейчас на своих экранах, это PlayStation 3. Вы представляете, между ними разница-то какая? Тем не менее, вот так вот и получается. Ох, да. Что вообще, все скатываться начали, в том числе и я. Ну да ладно, вообще не важно. Что ж, ребят, всем пока, удачи!